У меня кукольная внешность. Я люблю большие глаза, маленький носик, маленькие пухлые губы. Alina Kovaleskia is a walking, talking, living doll. The 21-year-old hails from Odessa, Ukraine, a city home to a number of other real-life Barbies, including Valeria Lukyanov, who has made headlines around the world with her unique look and controversial opinions. Alina has made a splash online with her YouTube videos showing off her doll-like charms, which she claims to have achieved without the help of plastic surgery. And despite living by the beach, she shuns the sun in order to retain her milky white complexion. Также я люблю в свободное время гулять по городе, по городу Одесса, который я очень люблю. Также по пляжам вечером особенно, но днем я не очень люблю, потому что я не загораю, я не люблю загар. Alina studies psychology and social work at Odessa University. She first adopted the doll-like look around 18 months ago. Полтора года назад я увидела в интернете фото БЖД кукол. Мне очень понравился именно вот этот образ БЖД кукол. Я решила пробовать на себе его и купила себе сначала увеличивающие линзы. Alina's doll-like style led to a brief friendship with Valeria Lukyanov, but their relationship has since soured. У меня с ней были некие недопонимания, после которых мы перестали общаться. Эти недопонимания. И я поняла, что это не тот человек, с кем я бы хотела общаться и даже дружить. Today, Alina is heading into her hometown of Odessa. And it's not long before she begins to attract attention. Одета в стиле casual. Она такая вот какая-то вот принцесса подобная, что ли. Вот это тот человек, на которого можно было бы обратить внимание в толпе, она будет отличаться. However, not all of Odessa's residents are quite so keen on her doll look. Если ей так комфортно выглядит, то есть я ничего не имею против, это ее такое видение. Мое личное видение, что девушка должна быть более натуральной. While her style sometimes attracts negative comments, Alina chooses not to take such remarks to heart. Люди в нашем городе по-разному реагируют на мой внешний вид. То есть как позитивные эмоции, так, конечно же, и негативные эмоции. Поскольку сколько людей, столько мнений, как говорится. Ну, меня, честно, это не задевает, потому что я понимаю, что всем нравится невозможно. Alina has 22,000 followers on Russian social network VK. And is frequently bombarded with autograph requests, declarations of love, and even marriage proposals. But despite being inundated with offers, the porcelain-faced beauty is still looking for love. Вот, на данный момент у меня нет молодого человека, я свободна. В первую очередь, в мужчине мне нравится ум, то есть для меня это очень главное, чтобы мой будущий молодой человек был умным. Также харизматичный, целеустремленный, добрый. Я бы очень хотела, чтобы у меня в будущем был какой-то вот свой дом на природе, то есть, допустим, в каких-то вот гремучих лесах или же горах, вот, то есть там, где я бы была одна, то есть такой вот